100% будешь в шоке, ведь я хочу тебе подарить данный нож ценой 12 тысяч рублей. И для того, чтобы ты выиграл его, тебе надо подписаться на канал, поставить лайк и написать комментарий от 5 слов. Также зайти в Телеграм по ссылке в описании и нажать кнопку «Участвовать». Результаты будут, когда на канале будет 125 тысяч подписчиков. Желаю тебе удачи. Топ скин, баланс 0 рублей. Это самая эпичная и самая безумная проверка этого сайта. Расскажу почему. Потому что сейчас мы не будем закидывать никакие мани. У меня есть бонусы. С этих бонусов я хочу начать сегодняшний ролик. Посмотреть, насколько далеко я смогу, имея 0 рублей на балансе, использовав просто бонусные кейсы. Сразу скажу, не знаю, что сегодня получится, но ролик должен быть очень интересный, потому что бонусов 3200, кейсов настолько можно много, что можно потереть попку. Обязательно, перед началом, мужики, перед тем, как мы еще не начали открывать все эти кейсы, если ты когда-то будешь играть на этом сайте, используй самый рабочий и самый лучший процент пополнения, этот промокод папа. Он дает тебе ровно плюс 30% на абсолютно любую сумму. Закидываешь косарь, получаешь 1300, закидываешь десятку, получаешь 13 тысяч. В общем, ты помимо того, что получаешь самый большой процент пополнения, который только здесь есть, он тебе еще и окупит. Поэтому промокод папа обязательно к использованию, если ты будешь играть. Ну а мы полетели. Опускаемся маленько ниже и погнали. Ограниченная серия. Нас не интересуют бонусные кейсы. Вот это уже стоит 100% использовать. Полетели. У нас 3200. Что будем делать? Красный кейс, красный сет. Наверное, откроем его. Ну давай попробуем. А почему нет? 2499 прямо сейчас. Просто за одно открытие. Я вот только не знаю, вот эти алмазики, они кратны 1 рублю или же нет? Просто я, если честно, никогда не открывал бонусные кейсы на топ-скине. Был момент, когда я их просто слил в Налину, и все. Ну а сейчас зубная фея. Косарь будет? 262. Ну что за грязлятина-то вонючая? Ну это супер слабо. Ну ладно, давайте тогда, знаете, как сделаем. Давайте тогда откроем другие, но только побольше. Мне кажется, меня заскамили сейчас. Жестко заскамили. Я буду жаловаться, вы суки, вы чё? Ладно, 3 раза открываю. Надеюсь, что сейчас 3 открытий выпадет больше, чем хотя бы 250 рублей. Ну камон, 250 рублей это вообще ни о чем. Мы хотели сделать классный, крутой ролик. 3 ножа рядом. Здрасте, приехали. А почему сейчас 420? Как это работает? То есть, подождите, когда мы открываем на 451, нам выпадает почти пол, ну, почти 500 рублей. А когда мы открываем кейс красный сет, там ничего не выпадает? Так это вообще говнина, значит, редкостная. Короче, пацаны, если будете открывать бесплатные кейсы, дорогие, даже не лезьте, это вообще говно. А вот это, кстати, супер топ. Ну, прикинь, 3 раза открыли, по сути, на 600. Ну, я вот сейчас не знаю, правда, что мне делать. У меня 682 рубля, это ничтожно мало. Конечно, можно вместе с вами попробовать, так сказать, заолынить и пойти в майнинг кейсы. Но вопрос, выдадут ли тебе майнинг кейсы? И вопрос, какой майнинг кейс мы должны сейчас открыть? Вообще без понятия. Чтобы вы понимали, мне не хватает ровно 17 рублей, чтобы открыть просто на 2 раз. Это абсурд и неуважение к стримеру. Но можно зато попробовать на 350. Блин, я не знаю. Вот а если мы сейчас можем открыть за 350-50, то может быть тогда нам пойти лучше вместе с вами пооткрывать. Ну, вот хайперов, как думаете? Давай, наверное, их. Потому что здесь, если выпадет хайперка, будет нереально дорого. Но я все-таки вспоминаю тот момент, когда я открывал хайпер ровно 3 раза, тратил 3000 рублей, и мне ни одна хайперка не выпала. Ладно, 50. Если сейчас не выпадает, то мы в полной заднице, и мы не в окупе. Хорошо. Вот это я уважаю. 2 скоростных зверя плюс хайпербист. Обалдеть. Это я сейчас сидел и на полном серьезе думал о том, что меня не окупят. Сколько это денег, вы представляете? 6400. Обалдеть. 6400 нам выпало с 500 рублей. Это не то, что много, это невероятно много. Так, ну ладно, для старта, в принципе, не то, что хорошо. Пойдет, мужики, и еще 5-7. Давай на 3 раза откроем каждый, проверим просто 2-3 этих кейса, посмотрим. Но, блин, мужики, я думаю, это везение. Я клянусь, я последний. Вот, вот так вот он обычно окупает. То есть тебе выпадает один 5-7, который стоит 2000 рублей. И то под вопросом. И ты такой, типа, да, наконец-то мне выпало 2000 рублей. Теперь я могу открыть еще раз. Выпала эмочка, отлично. Но, чтобы вы понимали, 3 пушки с 50 открытий, это что-то новое. Раньше так майнинг кейсы не окупали. То есть, скорее всего, сейчас что-то...
Вау! Ни хрена себе! Так, давай еще на разочек и все это проверим. Ты прикинь, какой разброс. Просто вдумайся, первый раз тебе выдает 5-7, потом тебе выдает 5 штук. Просто 5 скинов. Это просто нонсенс. Это просто что-то ненормальное. 5-7 Hyper Beast, М4, скоростной зверь, супер топово, супер классно. Ну поехали. Чем больше откроем, тем больше окупимся, поэтому... Ну он сыпет. Ребят, вот это стоит открывать, потому что сейчас происходит что-то вообще невообразимое, ненормальное. Просто заходим, просто продаем 17 тысяч рублей. То есть мы сейчас с 500 рублей, это даже, чтобы вы понимали, не наш баланс. То есть когда ты играешь на бонусный, сайт понимает, что ты играешь на бонусный. Но сейчас 21 тысяча рублей баланс на топ-скине. Просто вдумайся в это. Мы возвращаемся назад. И сейчас тогда можно открыть какой-нибудь... Ну вот охота теперь что-то такое открыть. Случайное, тайное. На 10 открытий 15 950. Обалдеть просто. Я даже в жизни бы не подумал никогда, что я могу это открыть. А что я вижу здесь? Кровавый спорт, Роу Кейдж, Хамелеон, Прощальный оскал, Разъяренная толпа. Я так ненавижу всякие вот эти вот плохие скины здесь. Я ненавижу это. Открываем ровно на 10 раз. Полетели, господа. Но Императрица пролетает. Тимокао хорошо. Ну, я думаю, это не окуп. 2 Тимокао супер слабо. Император нет. 7600 супер слабо. При том, что, знаешь, раньше меня этот кейс окупал. Но ничего страшного. Мы не люди не гордые. Мы опускаемся в самый низ и продолжаем открывать. Какие кейсы? Правильно, наши любимые. Это либо майнинг, где нуарочка. Ну, поехали. На 3 раза тоже закрутим. Посмотрим, что из этого выйдет. Мужики, обязательно поставьте лайкосик. Это просто вот сегодня вот невероятно крутой ролик по топ-скину вышел. Вот прям я знаю, что он еще может выдать, но то, что он выдал уже, это невероятно круто. Обычно, когда ты открываешь такие кейсы, тебя, ну, может быть, там 1-2 раза окупит все, но чтобы настолько сильно, да еще с 50 рублей, это не то, что нормально, это просто супер-мега-обалденно. Открываем на 3 раза. Каждый из майнинга, получается, пустынного постанца, и смотрим, сколько у нас будет. Ну, а вы не забывайте, что розыгрыш нажато проходит в Телеграме. Вы можете зайти прямо сейчас в Телегу и поучаствовать. А что сидишь? Зайди в Телегу, поучаствуй. Посмотришь ролики, полайкаешь их, выиграешь себе наваху. Это же супер топово. А следующий розыгрыш, я клянусь, я запускаю... Наверное, клянусь. Раз уж клянусь, так клянусь. Запущу розыгрыш ножа и розыгрыш перчаток. Будет минимум 2 победителя. И это будет уже очень интересно. Поэтому принимайте участие. А если будете играть, используйте промокод ПАПА. Это самый рабочий и самый окупаемый промокод, который только здесь есть. Ну а я вместе с вами прямо сейчас должен посчитать потери, сумки нули, и посмотреть, насколько 3 кейса пустынного постанца могли нас окупить. 9 тысяч. Обалдеть, 20-ка. Я даже выводить не буду, я завтра сниму продолжение с 20 тысяч. Обязательно поставьте лайк, до завтра.